в 1950 году. Разочарованием для гиганта. Да, это может обернуться просто сумасшедшей катастрофой для бразильцев, потому что все отдают предпочтение именно им, и они очень здорово шли по дистанции этого турнира. Ну и самое главное, в концовке не поставить кляксу. Здесь все, здесь Неймар, болельщики, барабаны, здесь, конечно, и перуанские болельщики. Жмурнов, настоящий полиглот, на всех языках прочитал превью к этому матчу, и нигде не было написано то, что этот матч начнется с минут молчания. Пошел обратный отчет. 9, 8, 7, 6, я тороплюсь, 5, 4, 3, 2, 1. Жмурнов, Генич работают для вас на этом матче Бразилия-Перу. Перуанцы начали с центра поля, важнейшая вновь игра. А у сборной Бразилии есть потери. Это Виллиан, полузащитник, нападающий. Да, действительно, в Европе такого турнира нет. Был маленький, Лига Наций, который теоретически мог выиграть перуанскую сборную со счетом 5-0. И там уже после первого тайма все было ясно, там 3-0 вопросов было к судье. И в полуфиналах были вопросы по судейству. Если на групповой стыке со сборной Бразилии, дальний удар мимо на этом турнире, из любимых выражений, глубинный опорный. Да, или глубинный. Вообще, напомню, Бразилия не выиграла у Парагвая за 90 минут, ничья 0-0. Странное решение Конмебол. Сказал, его нет. И так сборная Перу, штрафной. Кристиан Куэва бьет, и Алисон провожает мяч, который пролетел рядом со штангой, но здесь все контролировал и чуровней, что он может быть тем же заменителем Неймара, например, в Барселоне. Перуанцы продолжают вести себя смело. То есть могло быть и 6. Могло быть и 6, и там Гальес уже взял пенальти. Ну как? Но. Есть данные, были сигналы. Перуанцы продолжают отводить, не могут команды работать. Ну понятно, то есть работа только четвертьфинал Лиги Чемпионов, но не получает назначение на финал. Ну, есть хорошая контратака. Нет, там падение игрока перуанской сборной. Удар по ногам достается Алексу Сандра. И штрафной назначает арбитр Тода. Тоба. Забил первый мяч после стандарта ворота сборной Перу на групповой стадии. Хорош. Жезус. Ну, один. Индина сыграл скверно. Но начинал вообще Ришарлисон с Нерисом этот турнир у бразильцев. Титов недоволен сейчас, что разбивает игру, обрабатывает против него. Один, второй, третий на подстраховке. Жезус. Подача. Футбола без моментов, бесконечно. Бразилия благодаря Габриэлу Жезусу создает вот этот свой шанс и сразу его реализует. Браво, просто молодцы. Он ведь второй уже такой финт совершил, перекладывая мяч с ноги на ногу в Европу на какой-нибудь хороший сочный контракт с европейским клубом. Дани Алвес, подача. Мне кажется, второй мяч сборной Бразилии. Уже Константин об этом коротко упомянул, представляя весь турнир. Все поприличнее. И будем надеяться, что мяч здесь входит. Играет в режиме Бразилии. У них очень хорошая аритмия. Вот даже отрезками, если брать, они где-то могут взорвать. Может срезать угол. Фермино, Каутиньо. И мяч рядом со штангой проходит. Медленно, но в последний момент взрыв. И, пожалуйста, Бразилия подходит к голевому моменту. Да, бывшие партнеры по Ливерпулю. Например, как называли, Тигр. Длинный пас вперед, и Габи Жезус, мы вот Алисана и Геррера, конечно, и Карильон. Подача, и вот он, удар центрального. Там надо побороться. Чем-то еще на Валерия Кузьмича не помнишь его, похож. Гарека? Да. Ну и на Луисеса. Утиньо, заброс штрафную, обратно на Артура. Ну, здесь жесточайший стык, скорее всего, бразилец не прав. Да, это Габи Жезус нарушил правила. Первое. Желтая карточка, пожалуйста. Бразильцы выстроились, а? Как неплохо выглядят эти ребята в желтых майках. А атакуют ребята-выпускники с этой красной полосы. Какие-то микродуэли. О-хо-хо-хо. Здесь
Эвертон здорово сыграл, но учитывая, что не видно вообще. Сейчас может быть перуанцы с мячом. Момент и похоже на угловой. Да. Вот он шанс для мячом нападающего Ливерпуля. Дальше Дани Алвес. Ой-ой-ой. А зачем второго-то? Можно было уже посадить. Сборная Чили. Дани Алвес у мяча. Передача на таком бреющем нападающем. Вот это взаимозаменяемость постоянно есть у бразильцев. Передача. И Роберто Фирмино, центр-форвард этого легкого состава нападения. Вот на этом. Ой-ой-ой-ой, как красиво переиграл здесь игрок. Карильо, да. Маркини. Бразилия аккуратненько встречает. Вот кажется, что бразильцы, порой тренеры говорят, что имитируют. Управление потерял игрок перуанской сборной. Здесь Александр спину ставит уверенно и не пускает мяча игрока перуанцев. Ну а что, такой призыв. Дошли до чужой штрафной, будет удар. Мой момент. Рука. Пенальти. Опа. Пенальти. А была ли там игра? А вот сейчас это самое интересное, потому что когда... И забили все пять. Герреро. Удар 1-1. 1-1. Перу забивает. Мало кто в это верил. Но они все-таки смогли. Они дошли до чужой штрафной. Заработали пенальти. Спорный, не спорный. Неважно, он назначен, он исполнен. И Герреро перехитрил. Неплохо. Трауко здесь защитник. И чужую штрафную. Момент, когда можно будет подкатиться. Артур крутит головой. Передача. Габи Джезус. Гол. Джезус. Да, конечно, поверили перуанцы в то, что удача сегодня повернется к ним. Но Бразилия очень быстро вышла из этого подземелья. Какие же они молодцы. Это не подкат, а подкатище, которое сейчас делал Роберто Фирмино. Фирмино, который выждал вот... Два полузащитника и линия атаки. Слева 19-й Эвертон, справа 9-й. Зелий в атаке, подача Алекса Сандра. Удар не получается. Я бы сел на мяч. Штрафной сборной. Что хорошего такого? Почти сотня, да. Уже выбили удар Дани Алвеса. Удивление перуанцев, но мяч выскочил. И тут желтая карточка бесспорная. 1-1 по предупреждениям. Рената Тапия приносит извинения Филиппа Каутини. Деваться, открываться всегда опасно. Но, по-моему, они выберут первый. Фермино, дальше Эвертон, не удар. Жезус, Каутини, штрафной удар! Ой-ой-ой, какой удар! Филиппа Каутини практически с места пробил сейчас. Каутини, мяч у него немножечко под ногой был. Вот штрафная площадь. Хороший глубокий заброс. Пенальти? Да нет, конечно. Но... Было открыто, сейчас Жезус. Момент, Фирмино! Не попал по мячу Роберто Фирмино. Не по Пиньо, не по Падиньо сейчас даже был Фирминьо. Чуть голову. Ну, а дальше этих моментов было еще три, это голы. Карильо, подача, мяч через голову Дани Алвеса. Перелип. Не бросил. Ты как Хосе Пауло Герреро. Ну, Эвертон забил практически всем южноамериканским. Попадаются, вот Эвертон. Врезается Александр, подача, удар головой Фирмино. Рядом со штангой. Вот здесь он сыграл, как на этой Флорес. И все время... О, как здорово сыграл Эвертон! И удар, кого создал свою голевую. Он же мог остановиться, дело было на чужой половине поля, остановиться, отдышаться, заехать на пит-стоп, поменять бутсы и так далее. Перуанцы. И обрати внимание, Казимира просто не уходит с позиции, как ты правильно заметил. Очень интересная позиция. Он все время получает мяч между линиями, быстро разворачивается, и это создает направо. Здесь Карильо. Подача. Но там нет Герреро. Да, но там и без Герреро. И тайме. Перу перехватывает инициативу постепенно. И здорово! Какой проход Куэра. Передача! Мяча сборной Бразилии, подача. Здесь даже никого из ребят в белой форме. Маркинес мяч выбивает там не только ближайших партнеров, но всю команду к вот этому прессингу. Эвертон нес. Конечно. Нужно атаковать, нужно искать третий гол, но нельзя перуанцам давать хоть какие-то. Ой-ой-ой, удаление! Удаление! Габи Жезус, до свидания! А выйти Флорес на ударную позицию. Атака продолжается. Куэва. Момент. Полторы слезы. Рио-де-Жанейро слезам не верит. Но он действительно мог быть героем. И очень много. Эвертон проскакивает. Но
Альеса успевает. Пенальти! Ничего себе! Пенальти! Эвертон! И это не... Разбег, удар, гол! Гол! Бразилия выиграет 9-й трофей в истории Копа Америка. Педро Гальеса как мог летел в этот угол. В тот угол, где он раздобыл команде путевку в полуфинал. Когда... От него же. 20 минут команды сыграли, и все-таки перуанцам нужно как-то менять.